Всем привет, друзья! Сегодня на нашем канале обзор новинки от компании «Звезда». Вышла довольно-таки недавно. Это модель немецкого танка Panzerkampfwagen 4 или Т-4. Немецкий средний танк. Масштаб 1,35, размер собранной модели 20 см, в наборе 545 деталей. Компания «Звезда», предлагаемые краски для окраски данного набора, декали. Это перейдем на обратную сторону. На обратной стороне коробки мы также видим собранную модель окрашенную, продублировано количество деталей, размеры и масштаб. И небольшая справка о данном танке. Артикул данного набора 3620, компания «Звезда». Все детали упакованы в стандартном исполнении для «Звезды». Внешняя иллюстрированная коробка и внутри плотный гофрокороб. Переходим к инструкции. В данном случае инструкция представлена стандартно для «Звезды», вот такой вот распашонкой. Здесь у нас рамки, которые лежат в коробке, обозначение, этапы сборки данной модели и последняя страница содержит в себе варианты окраски данного танка и таблицу с красками, которые нужно приобрести отдельно для окраски данной модели. Итак, первая деталь из набора – это ванна корпуса танка. Литье хорошее, без облоя и каких-либо дефектов. Ну, набор свежий, и это сразу заметно, пока форма в хорошем состоянии. Внутри ванны корпуса можно увидеть клеймо производителя. Выполнена она в 2017 году, но есть у меня подозрение, что что-то тут срезали. Вот видно, что на пресс-форме что-то изменяли. Возможно, она была сделана чуть-чуть раньше. Итак, первая рамочка из данного набора представляет у нас элементы гусеничных лент, траки, да, ведущие звезды, кусочек. Это я вот отрезал и примерял на мастер-клабовские траки. Практически подходит. Единственное, звезду надо, конечно, доработать. Она здесь дана не совсем правильным зубом. Слишком он квадратный, нужно немножко завалить конус. Вот это не очень сложно, так что я думаю, многие справятся, если захотят заменить траки, представленные в наборе. Качество, опять же, хорошее, свежатина. 2017 год, рамочка, все хорошо. Следующие рамки из набора, опять же, две одинаковых рамки с элементами подвески, катков и всевозможных мелких деталей, всевозможных крышек, поддерживающих катков, кронштейнов для поддерживающих катков, всевозможные ручки, крюки, буксировки и так далее. Качество, опять же, очень-очень хорошее, ни облоя, ни сдвига по форме нету. Единственное замечание, которое хотелось бы отметить, это на некоторых деталях присутствуют довольно-таки крупные приливы. Так что при сборке данной модели придется немножечко потратить больше времени на обработку. В данной рамке представлены панели моторного отсека верхние, выхлопная труба, он же глушитель, элементы для маски орудия, трос запасной, лючки для башни, пулемет и решетки. Качество неплохое, единственное, на некоторых деталях имеются своеобразные такие дефекты, но я думаю, их можно будет устранить легко с помощью наждачной бумаги. На этой рамке у нас представлены элементы башни, внутренняя часть башни, видимо, полик, всевозможная мелочевка, инструменты, опять же, вот здесь вот командирская башенка. Качество неплохое, тут даже есть небольшие сиденья, похоже на сиденья от мотоциклов. Так, ну и опять рамочка 2017 год, качество отличное. Следующая рамка содержит детали башни, детали воздухозаборников, крыша корпуса танка, лючки, элементы командирской башенки и кронштейны для экранов. А там у нас с экранами. Так, следующий литник содержит надгусеничные полки с кронштейнами. Качество детализации очень хорошее. Имеется перфорация, она шершавая, да? То есть такие пупырышки, как и должны быть, накладные листы вот здесь идут. Вот качество очень-очень хорошее, каких-то видимых огрехов по литью нет. С обратной стороны, конечно, присутствуют следы толкателей, довольно-таки крупные и сильно выпирающие. Я думаю, то, что кто уже с такими дефектами или издержками литья сталкивался, вполне с ними справится при сборке. Ничего сложного в этом нет. Итак, это последний литник из данного набора. Здесь расположены противокумулятивные экраны с цемеритным покрытием, кронштейны для них, крышки редукторов, каких-то кронштейнов, какого-то инструмента, скобочки, всякая ересь, короче. Короче, очень все детализировано, все мелко, очень всего дохрена. Но 500 с бананом деталей, ребята, это вам почистить
ну, как бы вообще, как бы, да, то есть, ну, легко 5 минут, часть соберем. Вот, литье хорошее, без облоя пока еще, да, еще пока, может. Несколько вариантов дульного этого тормоза, компенсатора, ну, короче. Кто знает, пишите в комментариях, я знаю, я просто шучу. Ну, три варианта, кстати, это неплохо довольно-таки. То есть, надо будет посмотреть обязательно, друзья, матчасть, прежде чем собирать данную модель, так как данная модель содержит какие-то огрехи, если я не ошибаюсь, но лучше лишний раз перепроверить. Итак, в последнем пакетике в зипе лежит листик с доколюшками и немножечко остекления, что очень приятно. Ну, в танках только последнее время у звезды стали появляться прозрачные детали для танка. Детали прозрачные, очень хорошие, прекрасно через них видно, качество отличное. И, друзья, всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии, заходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм, добавляйтесь в группу, в чат, в Телеграме. А кто смотрел данный выпуск, тот молодец. Вот. И ждем вас на стримах, друзья. Smoke of the butter, and the butter, там, дыр-дыр-дыр. Пиу-пиу-пиу.